BetSafe. Generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Ну, что сказать, да, начало первого тайма очень хорошо, много давления, есть моменты, забиваем гол, где-то концовку провели ничего, не очень так уверенно, выходим второй тайм, делаем корректировки, делаем замены, опять контролируем, забиваем, еще момент, есть полумоменты, достаточно уверенно, все, но... Концовка матча не за нами, соперник нашел момент, стандарт, забивает. И вот этот навал у них получился, да. Мы где-то не сработали на тех игроках, которые подают мяч, поэтому он пришел в зону, где оказался их игрок, поэтому 2-2. С вашей стороны, какие причины повлияли на эти последние 20-15 минут? Ну, наверное, уже поверили, что выиграли. Юнус Агари не мог играть во втором тайме. Это серьезно или нет? Ну, завтра будем уже более точно знать. Сегодня видим, что не смог продолжать игру. Эрнестес, извините, Мартино Щеткус начал первый раз игру в стартовом составе. Какое впечатление оставила вам его игра? Ну, молодой парень очень старается, очень хочет, может быть, где-то есть те погрешности, ошибки, но это нормально для молодых игроков, начинающих в старте. Когда он выходил, мы меньше видели того, ну, волнения, может быть, так. Да, здесь немножко разволновался, может быть, но так очень старательный парень, мы видим в нем свое будущее.